Привет, друзья! Вы на канале «Русская дымка». Смотрите, что произошло. Тихо, скромно и незаметно. У нас появился новый форм-фактор аппаратов, точнее кубов для аппарата. Итак, в этой коробочке у меня Vein Pro с кубом на 37 литров. Напомню, ранее у нас были кубы на 20, 30 и 50 литров. Сейчас появляется куб объемом 37 литров. И это, я считаю, отличная новость. Сейчас объясню почему. Ну а для начала, конечно, мне придется извлечь куб из плотной фирменной упаковки. Итак, в чем же дело, в чем же фокус? А очень просто, вот он. Я думаю, что очень многие из вас, любимые мои подписчики, пользуются для сбраживания праги вот подобными емкостями. И емкость эта имеет максимальный объем, то есть под крышечку 32 литра. Порядка 28 литров здесь выбродить у среднестатистического самогонщика может запросто. И что же тогда делать, когда куб 30 литров? Заливать его под самое горлышко и опасаться брызгового носа, наверное, не вариант. Поэтому мы услышали многочисленные просьбы подписчиков и начинаем продавать аппараты Vein 4 Pro с кубом на 37 литров, который тютелька в тютельку помещает с безопасным запасом содержимое вот такой вот 32-литровой бродильной емкости. Поэтому по ссылке под этим роликом бежим и заказываем Vein 4 Pro с 37-литровым кубом. Вы на канале «Русская дымка». Цените натуральное.